Наконец-то Настя закончила свои ногти пилить, точнее не свои, а женские всякие. Вот это вот нормально. Свои вообще когда сделаю? Свои-то. Знаете, проблема? Сапожник без сапог, это все про меня. Сама как чемордяйка хожу какая-то. Так тебя люблю. Ты смотрел видео последнее, которое монтирует, сказал, у меня живенькая, хорошенько. Настя у меня вообще очень крутая, я прям... Я тебя люблю! Так неискренне это создать. Я тебя люблю. Я реально тебя люблю. Короче. Знаете что? Что с ней делать? Меня Паша не целует никогда. Что делать с Настей в случае того, что она работает весь день? Что делать с такими днями? Мы, если типа начинаем апгрейдить блог, мы об этом не говорим, потому что когда мы говорим, у нас как всегда все через жопу идет. Вот. Но сейчас мы реально... Что делать в те дни, когда Настя полностью работает? То есть снимать я один, это, наверное, вам будет скучновато. Что мне делать? Что-нибудь. Подскажите в комментарии, вот Настя говорит, что-нибудь, а ваше мнение я бы хотел увидеть. Вопрос. Ты не через камеру сказать не можешь. У нас такой формат. Ну все, давай. Настя пришла, спрашивает. Секси? Ты в комментариях потом прочитаешь, секси или не секси? А ты что так штаны натянула-то, что пельмень видно? Пошли со мной, поготовим маленчик. Самое главное в готовке это мы чайный вид. Приятного аппетита! Вот что у Настя получилось. Смотрим взгляд снизу. Одна из наших любимых передач. Ну, если вы любите детей, обязательно посмотрите. И вот он, перец! Просто перец! К сожалению, сейчас мы почти не едим сладкое, но мы можем себе позволить съесть творог и банан смешать, и это просто, это за гранью богоподобия. Это именно очень вкусно. Творог. Именно вот этот вот творог, да. Но он, кстати, есть не во всех городах. Сейчас покажу, он такой мягкий, как будто бы уже с какой-то сметаной, или я не знаю. Как будто творожная масса какая-то, а не творог. Что я делаю? Сейчас покажу все. Берем творог. Начинаем все вот так вот перемешивать. Ну и все, наш десерт готов. Он очень-очень быстро готовится, очень вкусный. Можно его даже с чаем, как мы сейчас будем есть, будем его кушать с чаем. Как ты можешь есть хлеб? Ешь хлебцы, заткнись. Все, теперь нормально все. Поставила на место ее. Ее внутреннее эго. Эго. Вы сейчас увидите, как мы поедем снимать. Настюха готовит свой стиль. Лицо. Давай, покажи. А? Алло! Не получится сегодня поесть. В смысле, почему? А что ты, блядь, наебнулась, короче, нахуй? Не знаю, в двигателе, в коробке, не понимаю, что. Я, видишь, до вас поехал, все, что-то, не знаю, какая-то херня, короче, произошла. Короче, жопа-то в том, что наши планы обломались. Мы хотели кое-что особенного выяснять. Это опять домашний влог какой-то. Ну, опять домашний влог. Да все потому, что мы амёбы домашние. Дамёбы? Дамёбы. Только что читала комментарии. Мне так приятно стало. Спасибо вам большое. Мне давно так приятно не было. Я все думал компьютер собрать. Не слушайте его, короче. Не, я просто... Спасибо. У меня сразу же романтика, это как мы раньше стримили.
когда мы там троллили друг друга, там какие-то игры играли, что-то там, не знаю, сделали, там подписчики нам онлайн могли писать, и мы могли отвечать. И что-то я это захотел снова. Спасибо большое, что вообще такие вы все хорошие и так поддерживаете. Значит, мы вам не безразличны, а вы нам не безразличны. Как мне с ним жить? У него что-нибудь вот загорится в заднице, и надо прямо сейчас. Мы не знали, чем заняться. И вот прям вот стрельнуло у человека в заднице, и он мне говорит: все, Настя, собирайся, поехали, компьютер купим. Нам нужен компьютер. Нам, Настя, срочно нужен компьютер. Все, сидел, читал. Все, собирайся, поехали, нам нужен компьютер, надо идти покупать компьютер. А все ради чего? Ради стримов. Я вот он постоянно вот так вот, у него все спонтанно, как с ним жить, этим человек, спонтанность просто. Не знаю. Уже собрались, садились и, короче, передумали. Точнее, боимся, то, что мы сейчас купим, мы окажемся опять в долговой яме. И стримы, они, конечно, неинтересные, и там заработать можно, но хер его поймешь, что у нас получится. Короче, просто так прокатились. Вон он, CityLink, компьютер был рядом, стримы были рядом, но что-то мы решили, что мы не вывезем столько денег. Время еще, видите? У нас оставалось 10 минут, да, мы успевали. Мы не успели, все, это Бог нам сказал, Всевышний. Напишите, как вы вообще скажете, что вы скажете по этому поводу. Нужны вам стримы кому-то или нет? Кто-то хочет с нами в онлайне там веселиться? Просто на Маке это невозможно. К сожалению, да. Стоит 100 косарей, а невозможно ничего сделать. Сегодня был день такой достаточно интересный, активный. Мы что-то не сделали, но ничего не сделали. Короче, сегодня и компьютер купили, и вот съездили кое-куда. Но завтра мы, кстати, поедем. Давид починил машину, все нормально. Мы сегодня решили, в честь того, что день был очень разнообразный и ни о чем, мы, короче, под конец... Делаем новую рубрику. Да, новую рубрику заводим. Специально для тех, кто много пар у нас, много у нас в подписчиках, людей, которые... Киноманы. Любят кино, любят провести время с умом, с пользой и что-то посмотреть. В общем, мы сегодня решили завести впервые рубрику. Каждый вечер мы будем стараться советовать хотя бы один какой-нибудь фильм для просмотра. Но сегодня, раз уж первый раз, мы сразу же скажем два лучших, на наш взгляд, фильма и сериала, и что-нибудь еще. Короче, сегодня мы вам советуем, друзья, посмотреть... Гран Торино. Да. Это кино. Это вообще очень крутой фильм. Если вы сядете и вникнете, и будете прямо, ну, через себя проживать этот фильм, то я уверен, что он вам зайдет. В любом случае, у них нет шансов. Гран Торино. Это очень крутой фильм, на мой взгляд, это один из лучших фильмов, которые я смотрел. И если кто-то не смотрел, сегодняшний совет наш, сериал «Игра престолов», это единственный сериал, который нас завоевал полностью. Ни один сериал нас не захватывал прямо так, что мы садились, и вот оно. Классно провести время, совсем новое, это Джуманджи. Да, нам понравилось. Новая часть Джуманджи реально была неплохой, вот это вселение в героев, но это вы все увидите или уже смотрели. В общем, это прикольно, интересно сделано, и в принципе актеры сыграли классно. Хороший позитивный фильм, первая часть мне не так зашла, а вторая прям молодцы, я думал опозориться, а оказалось даже очень неплохо. И один фильм на реальных событиях сегодня посоветуем. Мы вам советуем посмотреть фильм «Лев». Очень хороший и тоже такой прям... Проживаешь как будто всю жизнь с героем, и реально классный фильм. Да, захватывает, обязательно посмотрите. Я потерялся. Я должен найти дорогу домой. На сегодня все. 4 фильма, точнее 3 фильма, 1 сериал мы вам посоветовали. С завтрашнего дня мы вам будем советовать уже по одному фильму.
Может быть, иногда будем пропускать, потому что мы тоже уж прямо каждый день не смотрим. Но, как правило, мы всегда смотрим все новое, что хотя бы более-менее адекватное. Посоветуйте, кстати, вы какие-то фильмы обязательно в комментарии. Мы вас любим, целуем. Завтра будет кое-что особенное. А сегодня было хорошо, а завтра будет лучше. Давай как в лагере. Я так же. Сегодня был... Да? Да. Ладно. Не было в лагере. Пока.